Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Как помните, я тестировал 100-миллиметровый светофильтр KF Concept Natural Night, который был круто упакован, эффектно выглядел, но не во всем соответствовал заявленным характеристикам и не вызвал у меня никаких ярких эмоций в применении. Световое загрязнение от городского освещения менялось, но убирал он его не идеально. Сегодня в моих руках Marumi Starscape, японский кольцевой светофильтр для борьбы со световым загрязнением при ночной пейзажной и астрофотосъемке. Благодаря специальному составу стекла он фильтрует часть спектра, где лежат длинные волны натриевых и ртутных ламп, дающих оранжевый или зеленоватый свет. В остальных участках спектра цветопередача не меняется. Как утверждает производитель, при использовании широкоугольной оптики не возникает неравномерности цвета, которая обычно появляется при использовании схожих светофильтров со всевозможными нанопокрытиями и так далее, которых сейчас развелось в великом множестве. Фильтр упакован достаточно просто, но надежно. Упаковка качественная, компактный чехол из пропилена, не хрупкий и с ребристой поверхностью внутри, чтобы фильтр не болтался. Хотя при тряске будет заметен небольшой ход фильтра в коробке. Производителю стоит продумать конструкцию чехла, чтобы фильтр был полностью зафиксирован. Это даст ощущение надежности и отсутствие лишних звуков в экипировке при движении. Оправа светофильтра матовая, черненая, тонкая, 3,6 мм без резьбы. Резьба с двух сторон и удобные засечки на оправе. Тут, как обычно, у Marumi все хорошо. Итак, посмотрим, как ведет себя светофильтр в условиях без засветок. В качестве приза за третье место в конкурсе Marumi моя выпускница Елена Пахалюк получила такой же Starscape светофильтр и по моей просьбе прислала два снимка извергающегося вулкана в 150 километрах от города, где нет никаких искусственных источников света. Слева фотография без фильтра, а справа с применением светофильтра Marumi Starscape. Детализация не изменилась, нет переотражений от линзы объектива, изображения отличаются слабо, но с применением фильтра немного контрастнее вышли красные всполохи на фоне неба, а также сам небосвод выглядит чуть объемнее и темнее. Но каких-то явных различий нет, и в данных условиях фильтр не меняет картину каким-то кардинальным образом. А теперь посмотрим, как фильтр поведет себя с небосклоном, засвеченным лампами городского освещения. Я удалился от города на 4 километра и снимал вид в лесу на замерзшем озере, где отсутствуют любые посторонние источники света. Без фильтра и с цветовой температурой 4800 кельвинов фотография получилась с теплым кремовым оттенком неба, плюс немного заметные зеленоватые пятна по полю кадра. С применением фильтра кадр стал выглядеть гораздо лучше, более нейтрально по цвету, однородно и без пятен, а также появилось ощущение ночи. Я попробовал остудить цвет сдвигом баланса белого до значения 3800 кельвинов, и результат без фильтра стал немного лучше. Но есть некоторое преобладание неприятных глазу фиолетовых оттенков, и все же чувствуется цветовое загрязнение неба от городских источников освещения. Зато после установки фильтра с тем же балансом белого цвет преобразился до красивых и глубоких холодных оттенков, а в кадре появилось полное ощущение ночи. Легко и просто, сразу на выходе с камеры. Использование Marumi Starscape гораздо правильнее и проще, чем долгая обработка в графическом редакторе с попытками маскировки дефектов изображения. В Photoshop еще и навык нужен, которым обладают не все. По итогу отмечу о светофильтре Marumi Starscape следующее. Качественные материалы, надежная конструкция, не требует деликатного обращения. Фильтр снижает уровень желтоватой и зеленоватой паразитной засветки от искусственных источников света, обеспечивает натуральную цветопередачу и слегка повышает общий контраст. Беспроблемно работает на широкоугольной и сверхширокоугольной оптике. Тонкая оправа и качественное мультипросветление
плюс антистатический и водоотталкивающий эффект, а также отсутствие переотражений. Из пожеланий к производителю. Стоит доработать чехол для жесткого крепления светофильтра, чтобы он не гремел и не болтался. Ну и напоследок, для проекта Максима Букина «Звезды» я произвел кадр с применением Marumi, Starscape и световой кистью. Пятиконечная звезда отрисована световой кистью на фоне множества настоящих звезд. Никаких паразитных засветок, чистый цвет и отличная детализация. Спасибо Marumi за такой отличный продукт.